принципе, по моему мнению, играли вроде бы неплохо сначала. Удаление нас, конечно, подкосили потом. Много моментов у нас было, 3 в 2 выходов. Поэтому, может, они после бэк-ту-бэка, по-моему, да? Может, не успевали, поэтому у нас было много моментов, надо было решать. Но они решили, за нас решили все. Вообще удаление не свойственно вам? Команда не агрессивная, не самая грубая. Что сегодня такое на вас? Неудачные такие были моменты. Причем лично мое удаление. У меня там просто клюшка застряла вверху. И, конечно, даже не боролся там толком. Но вот она просто как-то неудачно ему легла на щеку. Вот. Ну и там ребят там что-то. Савар падал, он, по-моему, там зацепил как-то. Поэтому это хоккей. Мощный старт очень у Коламбуса. Насколько вы этого, насколько вы в команде всего ожидали? Насколько ты рад оказаться в этой команде именно в этот момент? Не знаю, как в процентном соотношении сказать. На 100% рад. Поэтому сезон длинный. Мало стартануть хорошо, нужно весь сезон хорошо проиграть без спадов. Лично что получается, что нет, вроде бы бросаете много, второй гол сегодня получился. А у нас с Лунквистом сделка, что я ему только забиваю. Вот. Спасибо им большое. Не знаю, уверенности нет. Сначала как-то старался, ну не то, что старался, просто я такой игрок, если я вижу открытого игрока, я отдам всегда пас. Не буду бросать. И вроде бы неплохие передачи сначала были. Вот. Не получалось забить у ребят. А потом давление началось, что сам мало забиваю. Начали все подгонять меня. Я сам себя начал подгонять. И от этого пропала уверенность потом. То, что мало голов забил. Много моментов было. Уверенности не было, поэтому не забивал. Сейчас, надеюсь, все будет нормально. Ну, я, в принципе, уже, кстати, взрослею, не так переживал, как раньше. Сейчас я уже более так философски к этому подходил, и понятно, что это когда-то пройдет. И главное, я там не лентяй никакой, что не хочу играть в хоккей, просто не получается, так сказать. Аткинсон выбыл из строя, влияет это как-то, нет? Вы вроде бы с ним какую-то химию уже нашли? Да, конечно, влияет, каждый игрок влияет, когда выходит из строя. Вот у нас сейчас пока Калвер получил там, я не знаю, травму какую-то, вот. Но ничего, Кэм вроде выходит в следующей игре, насколько я знаю, поэтому все будет нормально.